Враги бывают разные по виду: духовные, плотские, мелюзга, насмешники, творящие обиду, серьезные шелуха, люзга. Они нас давят или партизанят с соседом вкупе и с женой постылой. Прими как данность Божье наказание, не устрашись, не покажи им тыла. Сегодня все духовные вожди, священники, епископы нас учат. Врагов Отечества плени, убей, сожги! Трясутся бороды в истерике падучей. Своих врагов прости, так, между прочим, а вот врагов Отечества не-не. Об этом денно-ночно нам лопощут, готовят панихиды до войны. Им государство идол, вил, вал, а Отечество земное клад бесценный. Им безразлично, что Христос сказал, важнее Суворов, Жуков, Сталин, Ленин. Столетиями имперский дух наживы в бездушной гордости у Родины земной. С ее победами хвалились, будто живы, и борются с грехом и с сатаной. Клялись быть верными Отечеству земному, за веру до царя готовы умереть. И приготовили престол тому иному, поименованному как Антихрист, зверь. Терпение везде, но только бы не здесь. И вдруг смиряются под знаком ИНН. Еще шажок в смирение, и воцарится лесть, а государство с подданными под шестеркой в плен. Врагов невидимых в щиту, в дыму кадильном не видели, не знали, проморгали. Где Слово Божие, там храм, есть дом родильный, а где патриотизм земной, там бес с рогами. 12 августа 2003 года.